«Тор. Любовь и гром», четвертый сольный фильм про Тора, выйдет в прокат 5 ноября 2021 года. И сразу же после анонса фанаты Marvel начали записывать эту дату в свои календари. Так что мы знаем ответ на важный вопрос о дате выхода, но как насчет временного периода киновселенной Marvel, в котором развернутся события фильма? В конце концов, фильмы про Тора никогда не отличались подробной привязкой ко времени. He's gonna come back. Except, you know. Last time he was gone for like 2 years. Но великий Джеймс Ганн, который не так давно был восстановлен в должности сценариста и режиссера «Стражей Галактики. Часть 3», дал нам ответ. В комментариях под его недавним постом в Инстаграм, где Ганн поздравил «Мстителей. Финал» с тем, что фильм побил рекорд «Аватара», ему задали вопрос о временном периоде «Тора. Любовь и гром» по отношению к третьим «Стражам». Поклонник поинтересовался, события «Любви и грома» будут происходить до или после «Стражей Галактики. 3», и Ганн ответил одним простым словом – «До». Ответ Ганна прозрачен. Четвертый Тор предшествует событиям третьих Стражей, но это задает несколько вопросов и провоцирует спекуляции. Последний раз мы видели Бога Грома в конце «Мстителей. Финал», где у него было совершенно новое телосложение и обновленная интерпретация того, что значит быть супергероем. Он передал бразды правления новым Асгардам Валькирии и объединился с командой Стражей. В наши дни кинематографисты и сценаристы Marvel уже ничего не делают без серьезной предусмотрительности. Именно по этой причине мы можем представить, что Тор и Стражи будут вместе хотя бы в начале Тора «Любовь и гром». Он должен развить и закрыть историю, которую открыли в финале, точно так же, как события «Войны бесконечности» продолжили концовку Тора «Рагнарёк». I feel like everything's gonna work out fine. Подтверждение Ганна о временном периоде Тора «Любовь и гром», к сожалению, не говорит о том, когда выйдут в прокат «Стражи Галактики 3». До того, как Дисней убрал Ганна с поста режиссера из-за его сомнительных твитов 10-летней давности, премьера «Стражей» должна была состояться в 2020 году. Но планы изменились после того, как он был уволен. Warner Bros. И DC Films быстренько подсуетились и подписали Ганна писать и режиссировать второй отряд самоубийц, который будет одновременно и сиквелом, и ребутом первой части. Как мы все знаем, «Мышиный дом» в конце концов изменил свое мнение и вернул Ганна на борт, но к тому времени Ганн уже начал работу над другим фильмом для конкурирующей студии. После Ганн заявил, что он сначала закончит «Отряд самоубийц» и лишь потом приступит к производству «Стражей Галактики 3», так что ранее запланированная дата премьеры больше не актуальна. Также нет никакого подтверждения, что «Стражи Галактики 3» будет фильмом четвертой фазы. На Комик-Коне в Сан-Диего Marvel назвали 5 фильмов и 5 ТВ-сериалов, которые выйдут с 20 по 21 год, и по словам руководителя студии Кевина Файги, это полный список фильмов четвертой фазы на данный момент. Не было никаких разговоров про «Стражей», что, наверное, означает, что эту команду мы в следующий раз увидим лишь в пятой фазе, наверное, в 22 или 23 году. И пускай остается еще много вопросов относительно «Тора. Любовь и гром» и «Стражей Галактики 3», мы точно знаем две вещи. «Любовь и гром» обновит образ Джейн Фостер в исполнении Натали Портман, и она станет могучим Тором, а также открыто представит Валькирию как первого супергероя ЛГБТ в киновселенной Марвел. Даже если в нем и не появятся Стражи Галактики, фильм определенно будет любвеобильным и громоподобным. Посмотрите новые видео на нашем канале, к тому же скоро выйдут и другие ролики, которые вам понравятся, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео.